Беларусь станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от коронавируса. Об этом стало известно после телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты договорились, что белорусы добровольно примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья разработал рекомендации по организации учебного процесса. В документе сказано о продлении перемен и пересменок, максимально возможном разделении обучающихся в классах и столовых, проводить массовые мероприятия преимущественно на открытом воздухе. Работников будут измерять температуру тела, опрашивать о наличии признаков респираторных заболеваний. Учеников и сотрудников с кашлем, насморком, повышенной температурой тела не допустят к учебе или работе. В каждом учреждении образования разработают свой план мероприятий по предупреждению COVID-19.